Алексей Козлов представляет. Сейчас я расскажу вам еще об одном американском барабанщике, которого зовут Винни Колаюта. Он начал играть на барабанах, когда ему было еще 14 лет. Помимо того, что он обладает феноменальной техникой, он является еще и универсалом, умеющим играть в самых разных стилях. Он начал свою музыкальную карьеру, сотрудничая с Фрэнком Заппой. Затем он перешел в ансамбль Джина Ванелли. Затем работал с Джони Митчелл, Барброй Стрейзанд, с Чакой Хан и Джеффом Беком. Некоторое время он играл в оркестре с Чиком Корией, Херби Хэнкоком, Джимми Хаслипом, Квинси Джонсом, Бадди Ричем и Джоном Патитучи. Вот такой богатый послужной список этого замечательного барабанщика. А теперь посмотрим, как Винни Колаюта играет свое соло в одном из шоу, устроенном специально для соревнований между барабанщиками. Здесь вместе с ним на сцене можно видеть Херби Хэнкока.